Туда смотрите, туда смотрите. Отсюда слушай. Отсюда слушай, да. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. И попался разбойник, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставшие его едва живым. По случаю один священник, Господи помилуй, шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, и сжалился. И подошел, и перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу. И позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если здесь же что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думает, что был ближний попавшемуся разбойникам? Да. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». Благодарим за внимание! Спаси, Христос! А сейчас Ефросиния, Аполлинария и Нестор, главные кукловоды, расскажут нам небольшие стихотворные произведения. Первое будет рассказывать Ефросиния. Стих называется «Новый Завет». Измученный жизнью суровой, не раз не себе находил глаголов предвечного слова, источник покоя и сил. Измученный жизнью суровой, не раз и себе находил глаголов предвечного слова, источник покоя и сил. Как дышат святые звуки, божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как быстро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине, представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и сплакать, и черпать уроки из них для ума и души. Благодарим. Теперь Аполлинария прочитает стих «Душа без Бога, счастье не имеет». Да, громко. Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в жизни нет целебного елея, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, который мир и радость и покой. Да, Бог велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом, и то, что с Богом душу разделяет, уже давно искуплено Христом. И открывший путь всем людям без изъятия к истоку вечной милости своей, небесные отцовские объятия Бог ждет своих заблудших сыновей. Спаси тебя, Господи. Благодарю. Теперь Нестор прочитает стихотворение «Христос, где ты, Христос?»
сияющий лучами. Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни твой храм опять поругом торгашами, и меч, что ты принес за обязанными руками, повинными страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста. Как яркое их клеймо порока и разврата, какие лживые застрадающего брата, какие гнойные открылись ее уста. О, если б зло, и стремиться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей. И грустно создавать о том, что об руку с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытый маскою продажный фарисей. Благодарим. Не дай Бог, чтобы он достанул из гробовой доски. Слави Бога! Только. Слава Христу! Да, а теперь Ефросинья сыграет произведение Дарьи Диева. Называется «Воспоминания». Насчет стихотворения. Нестор прочитал Надсона Семена Яковлевича, а Фрося прочитал Новый Завет того? Никитина. Никитина. Всегда дополняйте. То есть автор, если известен. Когда
посетить не только на могиле. Там падение ближнего беда, чистого сочувствия основа. Для святого спорого труда там друг друга поощрять готовы. Нам же еще нужно дорасти до того святого состояния. Нам хотя бы только не пройти мимо наших ближних без внимания. Стесняются просто. Забыли, да? Там есть место, там где песни какие-то. Нестор, куда? Котя, мы тогда если вот будет следующее какое-то мероприятие, мы уже будем более основательно какой-нибудь концерт сделать. Да, обязательно. Да. Ну-ка, на костре-то что мы пили? Дядь Вова, давайте мы споем. Белую пару вспомните? Помню вроде. Кого?
Давай. Хоть по одному куплету. От каждой песни по одному куплету. Я согласна. Давайте. А вы поможете надержать? Обязательно. О, да, все, идите, когда вы держите, она вам поможет. Вот так присаживайтесь. Давайте, начинаем. Так, вроде посередине. Ну, что? Да. Белый парус, да? Да. Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Главное не бросить весла свои, но Иисус однажды открылся мне ты. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет небеса Иисус мой парус. Бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Берега не видно, все объяло мгла, яростные волны бьются о борта. Весла переломаны только надо мной, все такой же белый парус мой. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса Иисус мой парус. Бросил весла я, ветер благодати влечет меня. В нашей жизни весла — это дела, что без Бога сделаны, чтоб спасти себя. Спасение приготовлено Богом самим, белым-белым парусом моим. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса Иисус мой парус. Бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Красиво. Что вы сказали, что вы умеете петь? Очень много знаете. Что вы не успеете? Да я бы... Я не знаю. Да, я не знаю на памяти. Я слышала какую-то фразу. Я его не помню, не знаю. Ну, давайте. Начинай спросить. Вспомни начало. Потому что память я не знаю. Где-то. Я знаю. Я не помню вообще. Пусть Нестор... Давай. Под помощь Фроси. Давай. Так. Все, эта песня будет. Мама, ты напомни. Дядя, напомни с Нестор. Христиане, Христиане. Чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовал собой. Огонь любви он всем принес. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Вот путник, он устал и изнемог в пути. Согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце впереди. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. А если он свернет с того пути? А если тот путник? Все. А, нет. Загадочка. А если путник тот свернет с того пути? Что там? А если он свернет с того? А если путник, то свернет, да? А что не горит? Чтобы фотографироваться. Нонки. А чем она? Вот, фотографируется. А ему? Да.
Вы про радость такими печальными лицами поете? Там есть лагерь, почему что нету телепортала. Кого нету? Телепортатора. Это что такое? Это чтобы телепортироваться в самое неудобное время. Да. А у вас что за стихотворение вы сейчас читали? Меня? Да. Любовь. Ну давайте. А вы вспоминаете? Да. Учитель, эта женщина взята прелюбодеянием, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что скажешь ты? Иоанна 8:4-5. Она стояла, падшая, нагая, боясь вздохнуть у смерти на краю. Толпа людей, как злая волчья стая. Минута, две, сейчас ее убьют. Что скажет он? Из двух путей над каждым фальшивым воем взведен, взвоет фарисей. И было страшно, было очень страшно. Закон гласил: преступницу убей. Что скажет он? Толпа дышала жадно и пахла кровью пыльная земля. Им смерть чужая доставляла радость. Им, а ему, как нежен его взгляд. Мой суд таков: тот, кто из вас безгрешен, пусть первым бросит камень. Грех виня сказал, как будто среди грязи спешу гордящегося всадника с коня. Ослабли пальцы у нее на горле и выронили камни кулаки. Не стало в той толпе собою гордых, бежали, унося свои грехи. Никто не осудил, он улыбнулся, и я судить не стану. Говорит: иди и не греши. И свет коснулся всех темных уголков ее души. Пошла, неся тот свет, и спотыкаясь, слезами орошая путь, брела, смеясь и плача, радуясь и каясь. Она любовь Христа в душе несла. А мы, как часто в той толпе судящих, над ближними готовы суд творить и очищаем церковь от грешащих, забыв об этом у Христа спросить, что скажет он. Галина Колесникова. Очень. Все? Да. Все, спасибо, Христос Воссе. Надежда Васильевна, конечно, очень красиво. Алис.